Наш самолет загорелся при посадке. Блядь, летели в Анталию из Сочи. Нечем дышать, все к тому. Блядь, сейчас задают. Началась тавка и паника. Были выбрались. Раб спасательный. Типа загорелась левая сторона, то есть стало виднеться пламя, естественно, как бы все... Или я вспомнил, да, историю с сухим суперджетом Аэрофлота, когда там полсамолет сгорел. Вот люди начали паниковать. Третий час ждем багаж. По новостям говорят, мы в пятизвездочном отеле. Сыты, накормлены, все хорошо. Наш пятизвездочный отель. Молния. Российский борт сгорел. Санкциям на пользу в аэропорту курортной Анталии. Накануне загорелся российский самолет со 100 людьми на борту. Паника, истерика, крыло загорелось, россияне в панике, они записывали видео. Все это мы посмотрим прямо сейчас. Беспилотники атаковали Калужскую область. В Калуге возникли пожары на нефтеперерабатывающем заводе и Калужском приборостроительном заводе «Тайфун», сообщает Росмедиа. Губернатор в ярости. Неспокойно прошлой ночью было и в Курске, где сообщали о громких взрывах и хлопках. Губернатор Курской области Смирнов заявлял о ракетной опасности и о работе ПВО. Говорят местные власти, что над областью сбили больше 7 ракет и десятки беспилотников. В Тбилиси вновь протесты, протестующие стягиваются к парламенту, там разгружают автомобили с палатками, генераторами, ковриками, продуктами. Об этом пишет Paper Curtil. Приходит сразу несколько протестных акций, марш женщин с чемоданами, марш художников, марш студентов и преподавателей вузов. Их требования – это новые парламентские выборы. Медиа сообщает, что организаторы акции планируют ночевку у парламента сегодня, завтра, послезавтра и собираются делать все возможное, чтобы прошли новые парламентские выборы. Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал «Даша Счастлива». Мы движемся к 500 000, мы работаем для русскоязычной аудитории по всему миру, чтобы она знала правду. И каждый ваш комментарий, каждый ваш лайк, каждая подписка делает все возможное, чтобы это видео посмотрело как можно больше людей по всему миру. Друзья, санкциям на пользу в аэропорту курортной Анталии. Накануне загорелся российский самолет, 95 человек на борту. Давайте посмотрим, как это было. Загорелся при посадке. Блядь, летели в Анталию из Сочи. Нечем дышать, все к тому. Блядь, сейчас задают. Началась тавка и паника. Были выбрались. Раб спасательный. Как вам сказать? Мы снизились над полосой и прям бескомпромиссно, так сказать, ударились об нее. Вот. И самолет очень резко дал по тормозам. В моменте казалось, что мы как будто ложимся на левое крыло. Потом мы очень быстро остановились, и ничего не объявлялось. То есть, да, то, что наш самолет совершил посадку, погода хорошая, как обычно. Вот. И закончилось все тем, что просто мы увидели, что у меня жена увидела, что топливо разлилось. Вот люди начали паниковать. Как бы, ну, не было понятно из-за чего. А потом, когда уже загорелась левая сторона, то есть стало виднеться пламя, естественно, как бы все... Ну, я так думаю, по крайней мере, я вспомнил, да, историю с сухим суперджетом Аэрофлота, когда там полсамолета сгорел. Вот, естественно, как бы, ну, люди начали вскакивать с места, все, ну, как бы, я не скажу, что была какая-то паника, да, просто все встали, там, взяли свой багаж, не багаж, а ручную кладь. Ну, достаточно относительно ситуации, которая происходила, все вышли достаточно спокойно, вот, открыли вот эти спасательные трапы, мы вышли, все отбежали на безопасное расстояние, и, честно сказать, ну, вот лично меня успокоило действие турецких спецслужб, которые вот именно пожаротушение. Все было сделано настолько грамотно, настолько быстро, что они не допустили дальнейшего сгорания и детонации бензобаков самолета. Вот. Стюардессам вообще, на самом деле, девчонки, хочу отдать должное, что они как бы всех вывели, всех сопроводили. И да, конечно, страх в глазах виднелся, но они были большие умницы. Вот, поэтому...
Персоналу «Азимута» отдельное спасибо. Я не знаю, как там что и было. Была ли это ошибка пилотирования, либо это была неисправность мотора. Но самолет, если честно, он необоснованно гудел. То есть прежде я такого не испытывал, хотя мы летаем довольно часто. Вот. Ну, как бы и все. Ну, по окончанию посадки, когда уже все пошли на паспортный контроль, все просто шли, смеялись, да, и все. Ну, что говорить? Русские. Сухой суперджет 100 российской авиакомпании «Азимут» прилетел из Сочи, и двигатель загорелся после жесткой посадки в аэропорту. Авиакомпания заявила, что причина инцидента – сдвиг ветра, пишет агентство Reuters. Официальные органы рассматривают ошибку пилотов, неправильно выбранная скорость при заходе на посадку в сложных метеоусловиях. На борту находилось 89 пассажиров и 6 членов экипажа, которые удалось эвакуировать. Пассажиры ждали багаж 8 часов. Ночевали люди с детьми в кафе аэропорта на стульях. Давайте посмотрим это видео. Третий час ждем багаж. По новостям говорят, мы в 5-звездочном отеле. Сыты, накормлены, все хорошо. Наш 5-звездочный отель. Из Бургер Кинга сэндвич. Вышел представитель «Азимута» и говорит, а что я еще могу сделать? Еще раз, чтобы быть точными, пассажиры ждали багаж 8 часов, ночевали люди с детьми в кафе аэропорта на стульях. Позже появилась информация, что пассажиры злополучного рейса собираются подать коллективный иск против авиакомпании «Азимут». По данным сайта FlightRadar24, который отслеживает полеты, самолет эксплуатируется 7 лет. Телеграм-канал «Авиатрощина» пишет, что этот же самолет на рейсе «Минеральные воды» Иваново совершил аварийную посадку во Внуково в октябре из-за отказа гидросистемы. Санкции работают, друзья. Эксперты в области авиации припоминают, что у этого борта ранее также повреждались створки шасси. Санкции работают. Мордор, страна, которая напала на другую страну, убивает украинцев, получает возмездие. Их самолеты все будут падать. Более того, в тот же день еще один сухой суперджет, тоже авиакомпания «Азимут», совершил аварийную посадку в Красноярске, на этот раз без пожара, но также с неисправностью гидравлики передней стойки шасси. В 2019 году, похожий случай в Шереметьево, во время жесткой посадки SSJ-стойки шасси пробили топливные баки, лайнер загорелся. Тогда погиб 41 человек. Россия испытывает нехватку самолетов и запчастей к ним из-за западных санкций. Привет, Мордор. Введенных в связи с российским военным вторжением в Украину в 2022 году. Каждый рейс на грани риска. Россияне продолжают летать самолетами, скорее всего, еще не понимая, насколько сильно каждый полет близок к катастрофе. Смотрим. Значит, это не наши.
Третий час ждем багаж. По новостям говорят, мы в пятизвездочном отеле. Сыты, накормлены, все хорошо. Наш пятизвездочный отель. Из Бургер Кинга сэндвич. Вышел представитель Азимута и говорит, а что я еще могу сделать? Ну и к блестящим новостям, друзья. Курскую область обстреляли баллистическими ракетами и атаками. Об этом сообщают Роспаблики. Пишут, что ПВО якобы сбило все ракеты вблизи Курчатова, где находится атомная электростанция в Курске, а также в нескольких населенных пунктах неподалеку от границы. Предварительно одна из ракет атаковала военный аэродром Халина. Слава вооруженным силам Украины. Вся Россия должна гореть, и России вообще не должно существовать. Смотрим. Неспокойно. Прошлой ночью было в Курске, где сообщали о громких взрывах. Губернатор Курской области Смирнов заявляет о ракетной опасности и работе ПВО. Говорит, что над областью сбили 7 ракет атакам, 7 дронов, десятки дронов также атаковали. Вообще в Минклоунаду России отчитались о сбитии беспилотников. Ракеты в отчете пока что не упоминались. Там уверяют, что за ночь уничтожили 30 беспилотников, 8 над Калужской областью, 7 над Курской, 5 над Брянской, 3 над Белгородской. О том, что в Калуге сбивали нефтеперерабатывающий завод, также скромно умолчали. Мы с вами посмотрим это видео. Ну а теперь еще продолжаем смотреть Курск. Атакамс.
российской Калуге, друзья, неизвестные беспилотники устроили зажигательное шоу. Местный телеграм-канал утверждает, что такого нефтеперерабатывающий завод из Калужский приборостроительный завод «Тайфун». В сети также публикуют видео, как утверждается, с места пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Мы сейчас посмотрим. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил атаку дронов. Говорит, что в ночь на 25 ноября над городом сбили 8 беспилотников. Ну, сбиты, как обычно, все, а обломки и хлопки повреждают нефтеперерабатывающий завод. Горит все. По словам главы региона, из-за падения обломков сбитых дронов загорелось промышленное предприятие. Он не уточнил, какое именно. Позже Шапша написал, что пожар успешно потушили. Как успешно тушили пожар, смотрим прямо сейчас. Идет, еще один идет. Там вообще пиздец. Колонны выстраиваются. Одна колонна под Рошингов, одна колонна под Кондрашников. Слушай, говорю. О, пизда. Андрей, это пиздец. Это пизда. Понял, Ваш. Смотрите, долбоебы. Вон. Видите? Да не грузит, нихуя пласку. Да долбоёбы. Видно, нет? Блять, не попало. Пиздец. Трубы где у нас? Вон, все погорело, сейчас пожарка прилетит. Нихуя летает! Вот! Блядь! Продолжаются протесты в центре Тбилиси. Снова установлены палатки. Вечером, в воскресенье, 24 ноября, в Тбилиси оппозиция возобновила акцию протеста из-за непризнания парламентских выборов в стране. Правоохранители окружили здание парламента, пытались препятствовать установке палаток. К ночи на площади республики началось собрание оппозиции. В нем приняли участие профессора и преподаватели Тбилисского государственного университета, а также представители сферы культуры. Около полуночи полиция оцепила здание грузинского парламента. В МВД организаторов, участников акции протеста предупредили, что примут меры в случае попыток заблокировать здание. И более того, вот несколько десятков человек провели ночь в палатках на проспекте Руставели накануне первого заседания парламента Грузии, нового созыва в понедельник. Сегодня в Тбилиси перед парламентом Грузии продолжаются акции протеста против результатов парламентских выборов. Давайте посмотрим, как это происходит. Thank you.
Демонстранты ждут депутатов, к ним присоединились часть студентов из Батуми, передают издание «Грузия онлайн». По наблюдениям журналистов, обстановка перед парламентом Грузии утром 25 ноября оставалась спокойной, однако полицейские задержали одного из участников акции. Как уточняет агентство «Интерфакс» со ссылкой на МВД Грузии, задержан гражданин, ранее судимый по обвинению в нападении на полицейского. «Грузия онлайн» отмечает, что на площади Свободы утром 25 ноября были мобилизованы водометы. Там же находился спецназ. 25 ноября заседание первого парламента состоялось, нового созыва, на котором будет избран новый председатель законодательного органа, а также утверждены премьер-министры правительства Грузии. По данным «Интерфакс», на должность спикера будет выдвинута кандидатура Шалвы Папуашвили, ранее занимавшего этот пост, а на должность премьер-министра Ираклия Кабахидзе. Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал «Даша Счастливая». Мы движемся к 500 000 подписчиков. Мы работаем для русскоязычной аудитории по всему миру, чтобы она знала правду о российской агрессии. Поэтому каждый ваш лайк, каждый ваш комментарий, подписка делает доброе дело. Будьте на стороне света, поддержите украинский контент. Еще раз, мы боремся с российской пропагандой. Для нас очень важно каждый ваш комментарий, каждая ваша подписка и лайк. В комментариях напишите, откуда вы нас смотрите, географию просмотров, и несколько теплых слов в поддержку Украины. Друзья, слава вооруженным силам Украины, героям слава, мы обязательно победим.